Одесситы против закрытия АТВ. Молодые люди устроили флешмоб под зданием облгосадминистрации. Заклеили сиберты скотчем в знак того, что у людей забирают конституционное право. Данный флешмоб посвящен тому, что у нас в городе свобода слова в опасности. Прежде всего, это то, что АТВ хотят закрыть, только потому, что канал вещает информацию, которая неугодна провластным структурам. Участники акции уверены, у каждого человека есть своя позиция, и каждому ближе тот источник, который освещает информацию с разных сторон. Главное не то, сколько людей собралось, а главное то, чтобы нас услышали. То есть увидели, услышали. То есть самая главная цель флешмоба – это быть увиденными, чтобы обратили на нас внимание, и чтобы уже, люди активизировались и поняли, что надо за свои права бороться.